אוהבים אתכם. אנחנו לפני חודש ימים שלחנו גם עם נציגות ארצית, גם נציגה אילתית, שנסתה בעצם אל הגבול שם כדי לטפל בענייני רווחה שם, ביחד עם נציגות נוספות ממדינת ישראל, אבל לאילת היה ייצוג מכובד כחלק מאותה משלחת חשובה. נציגה של העירייה, כן. Он добавил, что месяц назад была отправлена группа из Израиля, представитель Израиля на границе с Украиной, решать какие-то социальные вопросы по помощи, видимо, которые находятся беженцам там, на границе. И от Илата была представитель мэрии Илата, была отправлена туда вместе с этой группой, была представитель мэрии Илата, что это замечательно. Тударабо. Дальти ведальтену птуха лифнехем. Давай пармутун. Венимцаим погам сган ממלא מקום ראש העיר מתן בארי, וסגן ראש העיר סטס דינקין, וחבר מועצת העיר שמוליק שלם. כולנו באנו להגיד לכם כאן שאנחנו מחזקים את ידיכם, מחבקים אתכם, ובעיקר מחבקים ושולחים מכאן גם חיבוק חם והרבה מאוד אהבה לכל היהודים באוקראינה ולכל תושבי אוקראינה. Тебя рада, Камулан. То, что он сказал еще, что здесь находится от имени всего управления мэрии города, как он был во главе, мэр города здесь, замэра города Стас Дынкин, замэра города Матан Бэйри и Шмулик Шалем, депутат горсовета, дорогие друзья, туда раба шабатам шаматам по. И он от имени всего горсовета пожелает нам всего наилучшего и в окончании войны мира гражданам Украины и евреям, которые находятся в Украине, которые еще сейчас там, и вообще всей Украине, мира и окончания войны.